Всем привет! Я сейчас нахожусь в нашем новом доме. На ближайшей неделе точно. Вот. В общем, нам довольно повезло. Сняли комнату. Вот вы сейчас можете видеть сзади. Сейчас такая плазма. Там вот кондиционер работает круглосуточно, потому что здесь нереально жарко. Сняли комнату за 150 долларов в неделю. В принципе, нормальная цена. Тут там на кухне все есть, все включено, можно всем пользоваться. В общем, классно. С этим повезло нам. Сейчас вот там открыт мне ноутбук, я ищу работу. Пока ничего не нашел. Вот, сейчас я попытаюсь сделать подвиг и выйти на улицу, потому что там 93 градуса по Фаренгейту, я не знаю, сколько это по Цельсию, но очень-очень-очень жарко. Вот, собственно, на улице. Там вон вдалеке кто-то на каноэ проплывает. Вот, это наш задний двор. Пальмы на заднем дворе, там вот самолетик полетел. Дерево какое-то непонятное. И речка. Говорят, что в этой речке водится аллигатор. Круто, но я еще ни одного не видел. Ну еще говорят, что змеи есть ядовитые. Но я тоже никого не видел. В общем, бояться нечего, нам сказали. Ну, мы и не боимся. Вот наш дом. Вот это наша маленькая комнатка. Здесь вот это все остальное дом. Там камин есть, в общем, куча всего. Там вот соседи. Пальмы. Максим где-то тут нашел бананы. С утра притащил мне бананы, может быть, вот там вот они. Но пока я нифига не видел. Я пытаюсь сейчас найти работу. Сейчас немножко устал, решил отдохнуть. Вот, сейчас я приблизился к речке. Вообще народ идет. И, в общем, пока все хорошо. Пока больше нечего сказать. Здесь еще будет время сделать небольшие видеозаметки.